томат Ниагара. Очень урожайный, высокорослый сорт, среднего срока созревания. Вяжет без пропусков, сверху донизу висят кисти. На этом кусту у меня получилось 5 кистей. Дальше я его прищипнул. Мог быть и больше урожай, но просто я уже заканчиваю сбор. Плоды очень красивые, форма сливовидная, красного цвета, плотные достаточно, подходят для консервирования.